А перед тем, как мы начнем видеоролик, хочу вам посоветовать один канал. Если вы любите Counter-Strike, Террарию и остальные игры, то этот канал точно для вас. Ссылка на него будет в описании, а мы будем начинать видеоролик. Ну а где интро-то? Ну что ж, всем привет. Да, записываю, как видите, 22.00. Ой, 22.02. Что я вам хотел сказать? Мой, ну, как бы сказать, фейк, ну, типа, он попросил меня, ну, как бы, не для него, конечно, я для вас всех снимать буду, с моим другом Red Sunny. Также сейчас вы увидите мой ВК, ну, типа, то, что я провожу опрос, почему-то много людей, они... по моему ВК не подписываются, ну типа не появляются друзья. Меня это не очень не радует сильно. Так что ссылку на ВК я оставлю в описании. О, я убил Санька. Да, кстати, я буду скоро снимать видеоролик, влог точнее, с Red Sunny. Мы хотим с ним просто заснять хотя бы нормальный влог. Я не знаю, кто, что, как, даже почему, откуда, как бы вообще нас снимать. Так, стоп, где он? А, он за этой командой выиграет. Предатель. Да, и, кстати, когда будет стрим следующий, я буду делать розыгрыш на 100 голды, на 100, пока что на 100. И для этого вам придется сделать, чтобы получить 100 голды, я расскажу вам все на стриме, потому что пока я не придумал еще ничего. Это дыхание. Так что такие вот делишки, ребят. Вы можете выиграть 100 голды, а можете не выиграть. Да, и кстати, сейчас я покажу вам вот такие вот картинки. Ну, картинку одну, но там будет несколько андроидов. Планшетов, телефон, еще один телефон. Еще три телефона. И, вообще, да. Вот что мы будем с ним делать, вы пишите в комментариях. Нет раздачи, если что мы делать не будем, ребят. Извините, но это раздача. Что с ними делать? Просто скажите, мы попробуем что с ними делать. Там, например, парочку разогреть, ну, типа там горячую сделать, шар какой-нибудь, ну не шар, металлический один, нагреть его до такой температуры и положить. Распилить планшет, ну и многое другое. Там сами придумали, что они. Да, и если что, я могу сделать розыгрыш, типа, знаете, пистолета P350, автомат M4 Pro. Также, нет, смотрите, что я сделаю сейчас. Первое место получит прокачку инвертаря, второе место будет у нас 100 голды, а третье место розы, это типа P350 и M40 Pro. О, M4 Pro. Я просто так нас как устроит. А для этого я объясню, что сделать надо на стриме. Красный, мы очень,
Да дайте мне эту руку. Также могу... А, нет, я могу... Ну да, думаю, что... Да. Сразу изнасилуют. Эх. Не знаю, я как мог нормально объяснил. А Саня тут еще? Саня. Саня остался с каким-то... Всем покажем, кто тут, как надо играть. Я вышел в интернет с таким вопросом. А, ну скоп рядом был. Прям рядом. Кстати, он красный был. А где пистолет? Спиздили. Кстати, ну, мне кажется, я ставлю под этим. Не под этим, конечно. Так, снайпер? Вот этот снайпер. Он, да. Питарас, блядь! Разъелся, мистер Пропер. Мистер Пропер. Ты охренел? А ты ж мистер Пропер. А ты ж мистер Пропер. Мистер Пропер веселее, в доме чисто, в два раза быстрее. Мистер Пропер пиздобол, нихуя не моет пол! Пропер веселее, и пробьет он пол быстрее. А где мистер Пропер? О, мистер Пропер! Это вроде бы такие читики подрубаем, да? Ага. Подрубаем читики, значит. А зачем нам читики, а? Ага. Как мне повезло тебе. А где он? У Сани, значит, дико уже. Слава тебе, Господи, да? Слава тебе, Господи. А у меня что-то похоже на мать вашу родную. Потом хоть что-то были, но они были
мастерские. Кого-то... А, вы сами команду сделали. Кэммен на работе, смотрите. Чик. 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 В смысле? 99 хп, ой, 99 урон нанес, 1 хп осталось. Чик-чирик-чик-чирик-чик-чирик. Чирик-чирик-чирик-чирик. Да дайте мне изнасиловать кого-нибудь. Чик-чирик. Чик-чирик мне не дают. Чик-чирик. Ну что, ребят, на этом мы заканчиваем наш ролик. Ссылку на канал Тервайн79ТВ я оставлю в описании. Так что сейчас решайте, что мы будем, какую нам модель все-таки лучше, что им с ней сделать. Короче, решать вам. А я на этом буду заканчивать.